Вон он, видите? Это он так наблюдает за голубями, которые к нему прилетают. Стандартная ситуация. На крыльце. А, вот так. Да. Во, правильно. Хотела укусить, но зачем? Ну что? Еп, кувырок. Молодец. Давай обратно. Обратный кувырок. Атя, за лапы. Тебя подтяну. Нет, нельзя. Сейчас снега нету. Недозволено. Белый, иди сюда. Не хочет. Все. Вот такая вот утренняя идиллия. Лиса занята своими делами. Ну и белый в наблюдении. Оп. Ты делаешь вид, что ты серьезная собака и не наблюдаешь за голубями. Я тебе не верю. Кто ждет под дверью? А, все ждут под дверью. Белый. Что-то Макс как не стал кашу есть. Нету желания. Ну ничего. Еще не вечер. Алиса. Так. Кого-то я упустил. Иди. Вот там у белого каши. Можешь попробовать. Понятно. Все вы поняли, что было сказано. Что такое? Давай сырого мяса. Это так называется? Сегодня воскресенье? Все. Видите, высказывает мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты уже сегодня кусок получал. Так, стоять, стоять, стоять. Стоять, я сейчас достану, сам достану. Нет, сам. Все, ладно. В честь воскресенья дам тебе еще один кусок. Второй. Да. Очень полезное мясо, это ливер. Конечно. Сразу надо проявить, как это называется, понимание, что двуногие дают еду только когда сядешь. Поэтому надо тренировать двухногих садиться. На, пойдем. Пошли, пошли. Ё-моё. Вот так. Тебе тоже? Ну ладно. Уже не первый кусок, мой друг. Чего? Нет? Да. Белый, у тебя там миска. Все, иди. Тебе такой же кусок попозже, после того, как поешь. Он у тебя с этих, как его? С губка. Зелень. Обед. У Макса обед. Нычек нету. Макс худеет. У Белого обед. Молодец. И это вот началось копание ям из-за жары. А это Алиса уже ныкает совершенно в другом месте свой оставшийся кусок. Ну, видите, не такая уж она голодная. Иди сюда, я тебя поглажу. Алиса, иди. Что такое? У Белого отнять кусок? Нет.
Белый тебе не отдаст кусок. Иди сюда, иди. Нет, иди поглажу. Видите, она не хочет есть. Даже вот голодная, не кормленная, она весь кусок не съела. Она побежала на поляну, на свою. Так, пометить территорию. Алиса. Мясо дал, все, свободен. Человек. Ну, нет. Место для вычесывания, видите? Всегда выбирает практически одно и то же. Нос грязный. Морда довольная. Макс тоже. Все. Это еще не проснулось. Кусок мяса съела половина, половина закопала, но не проснулась. Тятя. Да. Смотри, какой день хороший. Почему ты днем? О, все, началось. Там, бам. Да. Да, ложись. Жарко, Макс? Ну вот и спи здесь. Что тебе? Все мешают. Как какой крик, так или собака пройдет мимо. Все, Алисе, помеха. Да. Там вот целый пруд воды. Я тебе покажу, где. Хотя ты знаешь, там твои лягушки. Белый. Куда пошел? В будку? Там холоднее? Прохладнее. Что, тебя гладить? Что, Макса не гладить? Гладить тебя? Ну, давай тебя будем гладить. А нет? Лиса, которая идет по своим делам, была позвана на беседу. Доброе утро. О, да, кто сегодня ночью пришел? Говорит, так, я с тобой тут в кабинете на диване полежу. Вот, и спала до утра. Да. Утром уже поймала какую-то птицу. И сейчас пришла, проснулась, по своим делам шла. Это я ее позвал. Так бы в жизнь не подошла. Зачем подходить, если своих дел куча? Какие утренние дела? Утренние ванны солнечные. Это первое. Первоочередное, видите? Потом надо шубу повыдергивать. Это тоже очень важно. И дальше по списку. Поспать, поесть, побегать, повеселиться, под кустом заныкаться. То есть это все. Это все нужные вещи. Обратите внимание на белого. Сейчас я приближу.